Анонс и дата выхода 9 и 10 серии нового сериала «Горячий». 9 и 10 серии сериала выйдут на ICTV 9 мая. Ранее мы увидели, как оперативники Игорь Бесхаченко и Макс Горячев начинают расследование убийства студента Романа Ткаченко, чье тело было найдено в темном переулке. Детективы предполагают, что Роман стал жертвой футбольных фанатов, и на эту версию указывают также показания свидетеля убийства. Женщина рассказала, что видела, как на Романа нападают несколько человек в черных масках и красных кроссовках. Искать убийц студента будут харизматичные оперативники Игорь и Макс. Игорь Солдатенко, в отличие от своего напарника Макса, не все время посвящает работе. Игорь любит ходить на романтические свидания с женой Мариной, хоть это и удается им очень редко. И вот именно во время одного из таких романтических ужинов Игорю приходится достать оружие. 9 и 10 серии сериала выйдут на ICTV 9 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.